Ой, всем привет, всем привет! Канал «Пиратская жизнь». Ну что, совсем скоро наше путешествие начнется. Но для начала я хочу забронировать, попытаться билет. Хочу хотя бы посмотреть, сколько это стоит. А мы летим Нордвиндами. А вот, поэтому где-то здесь нужно онлайн-регистрация. Онлайн-регистрация. Так, фамилия пассажира и номер билета. Сейчас попробуем. К сожалению, онлайн-регистрация на данный рейс закрыта. Вы можете пройти регистрацию в аэропорту. Тогда, получается, мы ни хрена не сможем. Номер билета или код бронирования, фамилия пассажира. Получается, они не дают. Почему-то странно. Надо вообще, кстати, зайти посмотреть, вот будет вообще наш рейс там. Так, Стригино. Стригино. Наш международный аэропорт. Так, табло рейсов. Так, сегодня, завтра, 7 апреля, 15:35. Вот он, Нордвинд, Сочи. Вот он. Летим мы, получается, Боинг А321. Вот, регистрация 12:35 до 14:55. Посадка. Посадка непонятна. Вот. Так что такие дела. Прилетаем мы, получается, 19:10 в Сочи. Завтра. Но если мы, в принципе, в 12 выйдем отсюда, да, вот, то, по сути, мы даже приедем к началу регистрации. То есть днем, когда нету пробок, когда все на работе, пробки в основном вечером начинаются, или утром рано, либо вечером. А так, я думаю, в принципе, если мы в 12 выйдем на такси, то, в принципе, мы успеем к началу регистрации. А так, пока можно будет там пошарахаться в аэропорту, погулять. Ну, вот видите, получается, что нельзя. Там, я так поняла, воздушное судно А Боинг 321. Это у нас Нордвинды, да? Сейчас, кстати, даже можно посмотреть. Например, Нордвинд А321. Схема салона. Я вот так вот нахожу картинки. Вот, сразу А321-200. Скорее всего, у нас вот такой будет. 3 на 3. Вот. Кстати, здесь, видите, сразу указаны топовые места. Вот, синие, например, это комфортные места. Вот я бы, вот, может быть, вот эти бы вот забронировал, но, к сожалению, видите, они недоступны. Вот эти вот места вообще очень плохие, они не откидывающиеся. Я предпочитаю вообще, знаете, бронировать в районе хвоста. Как-то мне, знаете, кажется, что там и более безопасно, и вообще лучше. Вот, я больше предпочитаю. Но вообще вот эти вот места, которые, знаете, перед выходом, они, конечно, прикольные, крутые, но проблема в том, что часто люди, которые хотят просто постоять, размять ноги, они вот как раз вот здесь вот все и ходят. Плюс здесь вот эти вот места, которые, знаете, для туристов, которые, ну, для пассажиров, которые там, если вдруг что-то случится, они должны будут открыть. Вот, то есть для активных туристов, что-то такое слышала. Вот, а так вообще, в принципе, неплохой самолет. Ну, в принципе, знаете, лететь-то 3 часа, можно и потерпеть. Конечно, но жалко, что регистрация не открыта. Я так хотела зарегистрироваться. Хотя время 16:04, больше уже меньше суток осталось до вылета. Обычно за сутки можно будет регистрироваться. А так, видите. Я, конечно, сейчас попробую потыкаться, но, наверное, не получится. Так что полетим. Как распределять? Какая у нас жара-то, ребяточки. Ух, какая жара. Прям жарень-жарень. Слушайте, я тут пришла, короче, буду сейчас собирать вещи потихонечку. А чуть-чуть потихонечку. Я тут настирала Василька. Вовкины тут маечки красивые. Наверное, надо будет с собой взять. Вот возьму вот этот вот костюмчик легкий. Вот. Так. Вот этот, наверное, Вовке тоже надо взять. Вдруг там будет жарко. Что походить. Тут сейчас надо будет Вована запрячь, пускай погладит это все дело. Так. У нас тут ушо. Так, вот тоже надо погладить. Так, а вот это вот у меня. Это я, наверное, с собой возьму халатик, в любом случае он пригодится. Здесь у меня такие дела, сякие дела. В общем, все перестирано, все приглажено. Сейчас надо чемодан связать. А он, как всегда, ничего делать не хочет. Ему ничего не надо. У него все замечательно, только мне одно все надо. Будешь гладить, да? Или нет? Ну на, иди давай погладим, а я заодно погладь. А что не сейчас-то? А когда? Господи, оделся вообще. На кого похож? Сколько раз говорил, не заправляй. Смотрится ужасно.
Фу. Вообще, как смотрится? Капец. Оф, иди давай гладь. Чего тебе гладь-то? Иди гладь. Иди гладь. Тебе надо, иди гладь. Где гладь? Да, мне надо. Не надо. Так, что мне с собой еще брать? Так, смотрите, аккуратненько. Я хочу взять с собой костюмы спортивные. Так, вот этот вот зеленый. Ноги убрал. Ноги убрал. Так, вот этот вот зелененький возьму. Так. Зелененький. Так, возьму несколько маечек с собой. Ну, особо, знаете, прям тепло не буду одеваться. Ну, в смысле, много всего с собой брать не хочу. Так, потому что этого много не надо. Так, сходить за этими пакетиками. Мне очень нравится вот такие вот пакетики использовать. Туда спокойно убираешь все вещи. Мыльно-рыльные, там трусишки и прочее. Здесь, в принципе, все чисто. Беру с собой про запас трусишков. Потому что кушать будем в придорожных кафе. Мало ли что. Да, мало ли что. Будьте осторожнее. Придорожных кафе. Да. Так, надо с собой носки взять. Вот такие вот возьму носки. И, наверное, какие-нибудь теплые на всякий случай. Вот я только стирала недавно. Разовых, как в Турции. Не, где-то у нас были разовые носки, я не знаю где. Так, все. И вот туда лифончик запасной. Вот. Так, твои трусишки сколько брать тебе? О, вот так мне очень нравится. Так, сложи. Смотри, сколько там было? 8 дней. Двух, трех. Поесть трех. Не каждый день кушать меня, нет? Как будет. А мы кушать придорожный кафе будем. Так, вот один пакетик мой готов. Это мои нижние бельишки Вовкины. Тут вот. Тебе носки тоже надо брать, да? Так, что у тебя тут? Красивые. Такие вот. Вот такие. Вчера его, кстати, красила. Он трусы одни ему запачкал. Так. Вот ты чисто одел сейчас, да? Вот, я тебя трое с собой беру тогда. Так, а носки какие? Вот эти? А что они в этой упаковке? Пары. А что они в упаковке? Их тут трое было. Да? Две использовали, одна осталась. Так, еще носки. Парочку-то надо взять с собой. Вот тоже нормально. Носочки. Уилсон. Я бы тоже такие взяла, знаешь. Уилсон хорошие такие носки. Такие высокие. Мы в ответе за тех, кого приручили. Так. Нужен пакетик. Вот надо пакет купить новый. Сейчас вот пойдем. Надо будет купить пакеты. Сдать эти вещи. Там я этот коврик хочу сдать, который взяла, и что-то мне не понравился. Маленький оказался. Ты, блин, просто не посчитала и хапнула. Да. Так скажи. Да, я хапнула. Что, нельзя что? Все. Взяла эти легкие носки. Ну, тоже чистенькие оденешь с собой. Еще у тебя парочка будет. Ну, на крайняк, если что, будет не хватать, купим. Там же, мы же все-таки в России будем. Там всякие спортмастеры, все, что надо. Все будет. Моя. Вот, нам. Наборы. Трусы. Трусы, лифчиков. Так, что еще буду брать? Девочки, что еще буду брать? У меня здесь полно всякого вещей. Все на стир. А, кстати, знаете, хочу взять вот эту теплую кофту с собой. Вот, на всякий случай. Мало ли вдруг что. Потому что там может быть холодно. Так, еще беру с собой. Так, вот раз костюм. Еще один тоже. Ты давай там не полчи, а дан бери. А сколько? То везти обратно нечего будет. Чемоданы.
Возьму с собой одни вот леггинсы легкие. Такие вот. Я думаю, джинсы брать, не брать, наверное, нет. Хочу джинсы. Джинсы не хочу. Так, вот такой вот. А поеду вот в костюме. Еще в одной. Он тут лежит. Где-то. Так, вот у меня костюм еще один. Это... А где у меня еще один костюм? Что я потеряла. И там у меня получается вот раз костюм. Так, это у нас леггинс. Вов, убери ноги свои. Разлёгся тут вообще. Да, и чё? Девочки, вообще, вот фиг пройдёшь. Вообще в обществе. Фиг пройдёшь, вот разлёгся своими ногами. В обществе. Да? Да. Так, костюм, леггинсы. Так, это у нас тоже костюмчик. Такой Бруклин хороший. Зелёненький. Вот три костюма. В одном ещё поеду. Так, ещё маечки хочу взять с собой. Лёгкие, хорошие. Мама, вдруг жарко будет. Так, что бы такого взять? Надо еще, кстати, ноги побрить. Что-то бросли после зимы. Так. У меня здесь маечки были. Секундочку. Секундочку. Ну, конечно же, мою красивую, нарядную. Темненькую, красивую, черненькую. Тут. Знаете, вот темных тонов много, но они на самом деле очень хорошо на мне смотрятся. Стройнят, скажем так. Поэтому я это беру. Так, плюс. У меня здесь есть красивая маечка такая. Вот такая. Это еще было. Значит, это под тобой. У меня майка новая. Красивая. Вот тоже, смотрите, какая хорошая майка. А? С киской. Это даже не как майка. Вот под леггинсы одеть. Смотрите, как красиво. А? Здесь шикардос. С киской. И все. Не жарко будет. Я тоже взять. Хорошенькая такая. Слушайте, у меня еще одна есть красивая. Чтобы она и пузико прикрыла сразу. Так. Берем. Извините, нам пора ехать. Что вы решили? Так, взяла. Так, где-то у меня тут еще одна была красивая. Так, нет. Ладно. Красивая она не там. Вот тоже, смотрите. Такая тоже туника удлиненная. Вообще прикольно в нее так-то ходить. Я летом в прошлом ходила. Мне она прям очень понравилась. Да, все-таки прохладно. Что-то у меня одно все темное. Надо, девочки, что-нибудь светлое взять. Что бы светлое такое взять? Не знаю. О, у меня еще мальчик вот это есть классно. А когда на море качка и бушует ураган. Щуба-дуба. Щуба-дуба-дуба. Ты приходи ко мне, морячка. Я тебе гитару дам. Взять костюмчик легкий, не взять? С бриджиками. Как считаете? Мне кажется, один стоит. Или взять одни шортики. Вот, и все. Слушайте, надо купальник взять с собой. Хочешь, не хочешь, надо брать купальник. Там же у нас в отеле есть этот... как он называется там? Как называется? Чего называется? Ну, короче, это, где моются. Сауна. Во. Сауна. Плюс, если вдруг мы поедем в этот, тоже надо. Так, это у меня какой-то купальник. А, это у меня вот этот как раз вот новый, последний. Классный. Да, вот это я беру. Точно. А где вот твои плавочки? Тебе какие взять? Легкие, красивые? Плавочки. Нормальные плавочки. Нормальные плавочки. Кипа. 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 Так, надо закрыть еще. Открыл, вот так хрен закроешь. Так, вот боюсь, мне разойдется. Так, да. Все, сошлось. Хорошо, так, это вот мой купальник.
А вот Вовкин купальник. Где-то я не знаю. О, кстати, вот здесь вот двое шорт, прикольно. Я их возьму. А вот где твои плавки, я не знаю. Так, куда-то я делал твои шорты. Плавки, в смысле. Так. Ну что, я виноват, что я потерял твои плавки. Не заметил. Все, молодец. Нашел сам свои плавки. Слепенькая стала. Ох, мои плавки. Слепенькая стала, так, да? Подожди. Это мне, кстати, надо убрать. Здесь много всего. Убираем. Господи, вещей столько. Я прям не знаю, девочки, куда деваться. Куда деваться? Так, это выкинуть надо. Ой, столько всего. Столько всего, просто капец. Каждый раз вот беру, а потом половину не ношу. Но лишний раз беру. Так, еще вот здесь надо кое-что проверить. Мои мыльно-рыльные. У меня здесь походный чемоданчик. Прямо. Вот, у меня здесь, считайте, бальзам. Вот, шампунь, кстати, надо подлить маленько, да? Крем, все, что надо. У меня такая походная сумочка. Очень-очень удобная. Так, это у меня этот шампунь. Это у меня для вот этого специального моего цвета поддержания. Это бальзам. В принципе, бальзам должен хватить. Так, ну крем у меня здесь, конечно, походный. Такой клиник маленький. Ну, в принципе, хватит. Да нет, в принципе, хватит. А потом подолью. Смысл сейчас подливать. Кстати, так удобно, на самом деле, знаете. Раз, и все, отлил себе, и все, великолепно. Так, разумеется, надо взять всякие там прокладочки, посчитать, сколько их тут, ежедневные. Так, раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Ну, как раз мне хватит на дорожку, пачку в день. Ежедневочки. Обожаю ежедневки. Дают, знаете, свежесть и кайф. Так, зубную пасту с собой. Что у нас тут еще? Мыло я брать не буду. Дейзик. Дезодорант. Возьму вот такой вот красивый. Жемчужная красота. Так, это мне тоже надо. Где моя вообще пачка-то? Так, вот новая пачка. Кстати, мне вот эти вот котекс очень нравятся, девочки. Очень классные. Они прям вообще четкие. Еще это добавлю. Кажется, лишним не будет упаковка. Они всегда пригождаются. Так. Что еще надо? Дезодорант я взяла. Зубные щетки. Точно. Зубная щетка походная Вовкина. Так, и зубная щетка моя, походная. Вот такая. Поправить батарейки. Не все лоли. Не, нормально. Батарейка работает. Так, а это? Вовкина. Тоже хорошо работает. Все отлично. Походные щеточки наши. Ну, всякие, знаете, там вот такие вот штучки, это я с собой потом возьму. Ну, я еще сегодня мыться собираюсь. В общем, вот, смотрите, зубную пасту, походный свой наборчик. Здесь у меня вот такие вот штучки, да? А вот, разумеется, вот такой вот возьму новый Nivea прозрачный жемчуг, прокладочки. А вот, а все остальное, как говорится, потом. Еще надо скраб с собой взять, ну, в принципе... Можно без скраба, хотя хуже. Не знаю, я скрабируюсь раз в два дня. Так получается нормально. Хотя, нормально, есть что там куплю. Чтобы лишнее, знаете, не тащить, вот это вот все нужно. Еще, конечно же, с собой нужно взять лекарства. Я с собой всегда беру, знаете, фен свой любимый, да. Конечно, в отелях есть фен, но мне не нравится то, что приходится вот держать вот это вот, то, что он на этом вот, на шнуре. Мне вот это не нравится. Я предпочитаю брать с собой. Что это дело? Было все четко. Короче, сейчас будем собирать этот чемодан. Чемодан. Вам говорит, время тянешь, а сам время не тянет. Главное. Вот за
значит, время не тянет. А я, блин, значит, время тяну. Нормально, он так устроился. Да? Тяжелый. Думал сейчас пойти помыться, а чувствую, сейчас пока буду вещи собирать, все укрою. О, почему все открыто? Блять. Так. Так. У меня тут даже сумки всякие есть. С собой требуются. Так, а здесь у нас... Кстати, вот этот чемодан не знаю даже куда брать. Потому что нужен большой. Чемодан полный моих вещей. Вот этот теплый коп с собой возьму, на всякий случай. Вдруг мы поедем в Адлер? А, в смысле, тьфу. В Адлер, да. Поедешь. Да, в Адлер. Вдруг может, ты поедешь. Ты теплый будешь что-то одевать? Может, ты поедешь, может, ты в Адлер. Поеду. Будет плохо себя вести, не поеду. Не, я кофту не один. Так, так вот. Сюда. Тут вот сюда. Вот. Вот эту майку возьми, самая красивая. Так, шортики. Всякие разные. Здесь костюм. Да, я, наверное, не буду. У меня есть. Это да, я передумала. Я вот это возьму. Он покруче. Вот это вот лучше будет. Я возьму свою вот эту. Бери. Ну только погладь, мам. Бери. Ты давай, что тебе? Твои вещи-то. Вон уже лежат две вещи. А ты гладь не будешь? А что и гладить-то? Что, гладь нормально, так гладь даже не собирается. Одну майку вижу. Уже пол чемодана, блядь. Уже пол чемодана. Напихал. Напихал. Мне брать не будет. Мне брать не будет. Бери давай. Все уберешь. Тут в основном все это. Шмотки, костюмы. Не, вот когда вот едешь, знаете, в тепло такое. Оно все-таки как-то место много занимает. Эти вот все вещи. Вот. Дезодорант сюда, так, мыльно-рыльные тоже. А вот он этим же сам тоже будет пользоваться и меня в этом обвиняет, ладно, нормально так. Всеми щетками, всеми зубными пастами будет пользоваться, а я, значит, виноват. Так. И один маленький кусочек вещей для Вовки. А если вы какие-то что-то повезем, сверху просто положите, все, здесь вещи. Они много места не занимают. Так. Купальники. Все свои. Положить. Шорты.
Видите, уже целый чемодан. Когда мы в Таиланд уезжали, здесь были в основном майки, шорты. Вот, легкое все. Конечно, место намного меньше занимало. А тут из-за того, что вещи такие теплые достаточно, потому что все-таки там не май месяц. Вот, много-много места занимает. А еще сюда обувь надо положить. Девочки, выложила один костюм. Он говорит, надо вот выкинуть эту майку. Говорит, она уже старая. Вон она еще. Такая легкая. И она уже, видите, желтая вся. Не хочу ее. Он говорит, мне не нравится, она мне больше выкидывай. Выкид такой. Так, в общем, Вован тут тоже целый наряд. Целые одежды. У него костюм такой зелененький. Возьмет еще вон тот костюм. Вот эту кофту для тепла возьмет. Так что, господи, куда все убрать? Девочки, куда все убрать? Чемоданное настроение, да? Вот так вот. Девочки, я вот думаю, взять этот чемодан. Как вы считаете, взять, не взять? Просто, ну честно, у нас вот не все не влезет нифига сюда. Обувь вон там еще куча. Да? То есть нужно, во-первых, мы поедем в кроссовках, во-вторых, вот, в которых вот ходить буду. Кстати, вот как раз для этого покупала. Для Сочи. Вот, это вот Вовкины легкие шлепанцы. Вот, я думаю взять второй чемодан. Потому что если вдруг мы с собой что-то повезем, то вот сюда можно будет бутылки положить, там туда-сюда. Вот, а часть вещей можно будет туда перегрузить. Все. Как вы считаете? Ну, правда, у нас, конечно, еще будет ручная кладь в виде техники. Техника вообще не считается, не должна. Вот у нас ручная кладь. Часто люди с такими чемоданчиками. Возьму-ка я, наверное, этот чемоданчик еще. В общем, поедем с двумя чемоданами. Даже если что, я вот так вот его буду таскать. Он классный. Раз, и все. Он легкий будет. На. Это не то. А что ты хотел? Хочешь это? А это не будешь гладить? Нет. Короче, берем два чемодана. Здесь у нас обувь. Если вдруг что, с собой повезем. Чтобы можно было сюда вот перегрузить часть вещей. В конце концов, да? А вот, а сюда уже нагрузить то, что будем сдавать в чемодан. Мы летим Нордвиндами. Кстати, вот не смогла зарегистрироваться почему-то на рейс, не знаю почему. Пишу только в аэропорту. Вот, еще надо таблетки положить. У нас же таблеток еще куча с собой. А вот, так что берем два чемодана в Сочи на 8 дней. Зачем, непонятно. Все надо. Вот пару костюмов сложил, все. Не будешь ходить в одном костюме, правильно? Не будешь ходить в одной майке. Хочется как-то поменяться там, туда-сюда. Вот. Тем более, фиг знает, куда-нибудь поедем в Абхазию. И там, понимаете, надо будет это... Холодно будет, да? То есть кроссовки есть потеплее. Носки я взяла теплые себе и ему. Вот, и это... Вещи. Тем более, ну, жалко, чемодан, что купили. Пускай отрабатывает свое. Вот так вот. Будет красиво. Этот вот сдадим. Я, кстати, чехол тоже постирала. Нормально. Вот. Так что такие дела. Ты не забываешь, что я еще сумку ручную кладу. Ну, сумку, да, ручную кладу. Чемодан будешь сама таскать? Там можно таскать. Чемодан, да, я буду таскать. Дальше что? Чемодан-то мой. Ты кладь. Твое дело маленькое. Ой, или не брать его. Ну, просто я обувь не знаю, куда класть. И если мы вот так вот сейчас... Нет, в принципе, ее можно как-то утрамбовать, эту обувь. То есть она, в принципе, войдет. Но тогда будет проблема в том, что будет некуда это... Что-нибудь с собой привезти. Будет некуда класть. Вино там и прочее. Вот так. Все, в принципе, все по мелочи, грубо говоря, собрала. Вот все остальное. Ну, вот лекарства надо будет взять с собой. Я вот сейчас упью вот это еще для ног, для суставов. Так, ну технику, конечно же, собрать. Но технику, в принципе, я пару дней назад уже прогнала. То есть я включала, все там сделала, зарядила все микрофоны, все, что надо, сделала. Все. Вот. Так что. Мы готовы. Пойду я мыться, пускай он пока гладит. А я пойду помоюсь, и надо сейчас сходить, распечатать, короче, ваучер и сдать коврик, который мы с собой не возьмем.
Да. Все, люблю тебя, целую. Девочки, чемоданы встретить скоро будем в Сочи. Ура! А что вы обычно с собой берете? Берете много вещей, мало ли вещей? И как считаете, много ли я взяла? Ну, я люблю, знаете, я модница. Хотя так и не скажешь. В общем, такая. Все, люблю, целую. Пока-пока.